Если вы давно не были на ротондах, которые находятся на местной набережной, не ходите. Нельзя туда ходить нормальному человеку, стыдно гостей привести, говорят слободские ветераны. К этому месту у них отношение особое. Здесь живописно, приятно погулять, но главное в другом. Наши пенсионеры ежегодно оставляют здесь немало сил. Каждый год с ветеранами здесь прибираемся перед Днем Победы. И вот все обратили внимание на эти надписи. В ротонде постоять-то невозможно, просто неприятно. Что-то нужно сделать. Это обращение. Я обязана на него отреагировать. Валентина Федоровна подошла к вопросу неформально. Говорит, его пыталась решить 1,5 года назад, обратившись к кураторам местной молодежи. Но тогда вопрос затих. Сейчас наша собеседница настроена серьезно, с намерением прекратить в городе эту многолетнюю традицию отдельных личностей похабно расписывать объекты архитектуры. Я предлагаю. У нас есть молодежные объединения всевозможные. Совет старшеклассников, молодежный парламент, в конце концов волонтеры и добровольцы. Во всех учебных заведениях отчитываются очень замечательно. Так вот, дорогие друзья, они поработают ли в этом направлении? Они знают их всех. Речь о том, что здесь прописаны имена и фамилии, телефонные номера. Задаться целью и найти авторов этих надписей можно, убеждена ветеран МВД. Вот это очень, несложно. Позвонить по фамилиям по этим, по номерам. Я сама не буду звонить, я просто позвоню в учебное заведение. Людей я там знаю, директоров знаем, заместителей по воспитательной работе знаем. Контакт держим. Так вот, мне бы хотелось, чтобы поработала-то молодежь. Потому что это их друзья делают, не ветераны ведь пишут-то. Поработайте, выясните, кто это. Сначала все-таки хотелось бы поговорить с ними, с их родителями. Вплоть до того, что пусть это же благоустройство даже краску им предоставит, чтобы они своими руками вот это все убрали. Хотя бы один раз. И поверьте мне, по городу это распространится очень быстро.